Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области в центре города Бустон сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни после генеральной реконструкции. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре города Бустон сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни после генеральной реконструкции. Официальное открытие объекта началось с поднятия покрывала с памятника основоположнику современной таджикской литературы, герою Таджикистана Устоду Садриддину Айни. Высота нового памятника Устоду Садриддину Айни во весь рост составляет 5 метров, а высота постамента 3 метра. Автором памятника герою Таджикистана Устоду Садриддину Айни является скульптор Рустам Маджидов. Установление памятника – это дань уважения заслугам этой исторической личности перед народом и нацией. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же посадил саженец каштанового дерева. Как было проинформировано, парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни расположен на территории 7 гектаров и является одним из основных мест гуляния жителей города. Строительные работы были начаты в августе текущего года. В ходе реконструкции объекта было привлечено к работе свыше 200 местных жителей. Было сообщено, что для проведения качественных работ по реконструкции, строительству и установлению памятника Устоду Садриддину Айни затрачено свыше 6 миллионов сомони. Для благоустройства этого уголка города Бустон был возведен парадный вход или основные ворота парка культуры и отдыха имени Устоду Садриддина Айни с искусной резьбой, которые превратили это место в прекрасное место отдыха. Здесь возведены и установлены 3 фонтана, амфитеатр на 300 посадочных мест, 2 кафе, топчаны для отдыха, водопад, 80 скамеек, качели и современные аттракционы для жителей, особенно для детей. В рамках проекта по строительству и реконструкции парка культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни на высоком качественном уровне дорожки площадью 8,5 тысячи квадратных метров покрыты плиткой. Территория свыше 30 тысяч квадратных метров озеленена и украшена цветами. По периметру парка возведена ограда. Ручейки вокруг парка вымощены природным камнем, а также тротуары вокруг парка освещены прожекторами. Внутри парка культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни организованы книжный уголок и выставка народных ремесел жителей города Бустон. В этом местечке, предназначенном для отдыха, дети и подростки наряду с досугом также могут заниматься учебой. Глава государства высоко оценил проведенные работы и дал ценные рекомендации по дальнейшему обустройству этого прекрасного места отдыха и досуга. В городе Бустон наряду с другими регионами республики ускоренными темпами проводятся подобные созидательные мероприятия, и жители самоотверженно трудятся для достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан.